О, ребята, вы уже здесь, а я вас не заметил. Я такой пою песню в Майнкрафте. Знаете, такая есть? Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. А я придумал в исполнении Павла Мультика. Пум-пум-пум. Вот такая прикольная песенка. Так, я должен вот здесь поскорбаться. Вы, наверное, в начале видео слышали, я вам пел. О, кстати, лава вытекла. Ха! Ха! Ладно, надо на шифте. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. А может нам туда простроиться? Хотя, да нет, что-то не хочется. А все, уже нет больше. Пум. Пум. Бум. 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 Надо. Оп, вот этот блок возьму. Плачущий. Нет, да почему меня всегда почему-то куда-то заносят? Ага. Офигеть. Там такой эффект был прикольненький. Да блин. Хрень какая-то, ребят. Так, чуть-чуть не на шифте пройдемся, потом уже надо на шифте. Блин, вон там вообще пипец, как лавы много выливает. Ладно, все, дальше уже на шифте. Ну, чуть-чуть еще вот так, без шифта. Спидранеры. Спидранеры по Майнкрафту. Пу-пу-пу-пум-пум-пум. Спидранеры по Майнкрафту. Тун-тун. Все. Да блин, а так и знал. Зачем мы сюда пришли? За молотком! Вот мы этот молоток и забираем обратно. О, прикольно. Кстати, у нас, кажется, не было карты. Надо ее создать. Создать карту. Что-то не... О, создалась. Так. Вот здесь не прогрузилось, ребят. Ладно, думаю, сейчас прогрузится. А если попробовать ее клавишу поднести? А! Кстати, вон до того острова хотел сейчас простроить. Я вам не вру, ребят. Вот это. Так, ну смотрите, вот это наш вот первый остров. Вот это... Не знаю, какой. Кстати, у нас есть вот второй остров.
Я когда влог поставил, там такая курица. Такая кря. Это не кря, это не звук курицы. Это звук какого-то бабуса, наверное. Я дебила. А бабуса дебила. Так, ладно, пока что. Строимся. Не допрыгну. Ну, ничего, сейчас возродимся все равно. О, ребят, видите? Этот эффект видели? Там располагалось. Так, здесь у нас ничего. Что и требовалось доказать. О, вау, ребят, смотрите, какая супер нычка. Скажите, крутая нычка, из которой нельзя выбраться. Или это кожаный? А, это деревянный меч. Острота, вэц, неразрушимость. На 10 урона, прикиньте, ребят. Видно, кажется, что деревянный меч, да, слабенький. Ребята, вот такие. Да что с этим? Вы такие думаете. Да что с этим? Как его? Мечом можно сделать. Он же деревянный. Им ничего не сделаешь. Это просто деревяшка. Бесполезная деревяшка. Блин. Вау, ребят, смотрите, какая нычка. А из нее можно выпустить. Кстати, давайте вот это что-то тут. Блин, мне вообще так неудобно играть. Всплывать и ломать. Просто одной рукой я ломаю, а другой подплываю. А, все. Так, это... Это кот. А, это все иссушение. Ну ладно, потом пригодится. Сейчас упадем пока что. Бегаем по пустоте. Погибаем. Давайте мы тут сходим. На нем, конечно, уже невозможно находиться, но давайте. Сходим. Хоть на нем и невозможно находиться уже. Ну да ладно, как говорится. Ничего страшного. Кстати, ребят, помните, какой вот этот остров был нормальный? Еще в начале выживания. Блин, у этого челика коса. Ой, а я знаю, что в него кинуть. Мне повезло, что у меня есть сушенье. Давай. О! Блин. Так, я в него иссушением попал. Я бы с него бы вот эту бы косу бы забрал. Мне она просто нравится. Все уже не сушается.
что его надо иссушить. Все, вот пусть иссушается. Нет, да кто это пуляется? Ой, мне тут, блин, страшно, мне тут очень жутко. Вау, какой, блин, флаг крутой. Так, а можно этот флаг забрать? Дайте флаг. А главное флаг. А остальное флаг. Все, флаг у меня. Нет. Еще один флаг. Ну ладно, на это уже забью. Так, все блоки просто вот так ставим. Нет, я закрыл себе проход. Ну, зато умно поступил. Ладно, кидаем в него последнее сушение. У меня только оно осталось. Все, блин. Я его попробую теперь молотом бахнуть. Нате, нате, нате. Блин, у меня еще и сушенье. Чё? А почему он розовый теперь? Во, ребят. А, во, вот его настоящий цвет. Вот, ребят, смотрите, какую я штуку красивую завоевал. Красиво выглядит. Там еще изумрудный лук. Я пока что вот на тот остров хочу сходить. Поломать лаги блоков. Потому что он там нормальный. Там даже можно пир сделать со свинозомби. И с обычной свиньей тоже можно. Только там уже свинозомби за пиром сидит. Так, вот эти блоки сейчас надо будет сломать и подняться. Ну, обываться сходил бы сейчас. Не знаю, почему так хочется. Просто хочется в ад. Ну, а там что-нибудь поделал на этом острове, потом в ад уже. Давно мы на этот остров не ходили. Открыли-то я не помню, в какой части. Это уже 14-я часть. Мы возвращаемся на него в 14-й части. Так. И поднимаемся. И там еще же чешуйницы. Вот это поворот. О, а это... Это у нас, а это лошадь. Лошади нам не нужны. Вот у нас свинозомби, вот свиньи, кто не видел. Давай жрать. Забей на все, продолжи жрать. Вау, в кавычках. А что? Ну, ничего необычного нет. Ломаю пока где могу. Вот здесь могу. О, книги, зачарованные книги. Так, но знаниями мы не поднимемся. Так, ладно, потом тогда посмотрим это все. А сейчас мне надо ломать блоки. Хлеб, который мне тоже не нужны. Они получше защищают, ребят. Ну, там чуть-чуть капли, в принципе. Там не считается. Но они лучше защищают. Чем все. Ладно, я покажу. О, кто это? Кто это? Что это за бонус такой? Кто это, ребят? Не, он не убил. Ребят, надо сейчас будет посмотреть, кто это. Кто просто меня там кухнул? А, ладно, пофиг.
Во, ребят, видите такой эффект? Опа, видите? Как туча, прикольно, да? Опа, и соединение. Во, видите? Видели соединение? Все прикольно, да? Блин, мы сегодня вообще почти не поломали лаки-блок. Вообще почти не поломали. Блин, жаль все-таки вон этот остров. У него теперь никто никогда не увидит. Это жалко. Вот этот остров, этот как-то официально признан был жалко убитым. Такой. Этот дом был официально признан жалко убитым. Его убили. И это очень жалко. Вот почему он жалко убитый. Его убил даже тот, кто этот репортаж снимает. И это был я, который не смог долететь, потому что не смог нажать на кнопку. Такой я. Во, ребят, видите? Эффект. Так, и вот соединяется. Прикольный эффект. Сразу мне не фартит. Сейчас, ребята, подойду. Так, ребят, все, я уже подошел, я успел умереть. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.